Так, дошла я до следующего угла. Над ним сформировала еще один блок. Теперь мы должны сделать угол. Вот видите, я бока закрепила, чтобы ровно ставим. Давайте еще один угол делаем. Значит, надеваем на то место, вот где мы отметили. И вот эту зеленую заводим в желтую. Уголок тут трудновато. Вот, завели. Так, и теперь на эту зеленую надеваем и протягиваем. Вот в эту. И получился у нас угол. Вот. И здесь тоже можно поджать. Вот так. Во. Ну и дальше плетем, как и плели, до следующего угла. Так. Надеваем на эту. И протягиваем в эту заготовку. Так, значит, этот край тоже доплетете до конца ряда. Над этим блоком сплетете еще один блок. И я вам еще раз покажу, как делать угол. Так, вот смотрим. Видите, что делают зажимы? Выравнивают боковину. Дошла я до следующего угла, до следующей отметки. Надеваем на отметку. И зеленую протягиваем в желтую. Протянули. На эту надеваем и протягиваем в эту зеленую. Вот, не проходит за счет того, что, видите, сцепление у нас здесь. Поэтому нужно вот так развернуть, чтобы шло по ходу. Вот, теперь проходит. Так. И дальше опять повторяем
Те же манипуляции. На желтую надеваем, зеленую вставляем. На эту зеленую надеваем. И вставляем сюда. Вот, видите, когда хорошо проходит, когда сцепка вниз смотрит. Так, значит, доплетаем до конца ряда, и я вам покажу дальше. Так, доплели мы практически до конца. Вот остался последний блок, мы отмечали его. Теперь вот на эту заготовку надеваем другую. Так, а эту желтую вставляем в зеленую. Так, вставили. Теперь эту зеленую вставляем в желтую. Опа. И эту вставляем в зеленую. Вот, затянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, уголок сформировали. Так, второй ряд считаем, как делается. Надеваем на эту заготовку. Так, это один. На эту надеваем. Это два. И надеваем на эту и проводим в первую. Это три. То есть один хвостик у нас уже был, и добавили три. Значит, на первый блок в каждом ряду, в круговом, уходит сначала три заготовки, а далее уже по две заготовки. Так, сюда одеваем. Эту продеваем сюда. Вот, мы одну только надели. И теперь вторую. И блок получился полный. Значит, каждый последующий ряд будет начинаться с трех заготовок, а дальше по две заготовки. И вот так вы рассчитываете. Везде по две и только в самом начале три. Все, дальше вы плетете на необходимую вам высоту. Доплетаем второй ряд. Смотрите, как расположены заготовки. Теперь вот эту заготовку вставляем в эту.
Заканчиваем круговой ряд. Так, вставили. И теперь эту заготовку, вот эту, протягиваем сюда. Вот так. Так, следующий, третий ряд. Значит, на эту заготовку надеваем один, два, три. И вставляем. Вот, начало ряда у нас начинается с трех заготовок. Один. Два. Вот. Значит, на каждую последующую по две заготовки. А на самую первую блок используем только три заготовки, потому что один хвостик у нас есть. Так, ну и теперь я вам покажу, как заправить вот эти хвосты. Я уже тут заправила. Чтобы они легли плотнее, можно взять прищепки жесткие и вот так надеть, застегнуть. Вот, и оставить там на ночь или... Как, сколько там времени. Так, теперь мы будем убирать хвосты эти. Понадобится пинцет. Так, вот отсюда покажу виднее. Значит, хвост сворачиваем вот так, под углом. Затем загибаем вниз. И вот эту часть надо вставить вот сюда. Так. Вот. Если у кого руками не получится, тяжело, вот можно пинцетом туда помочь. Вот таким образом. Еще раз. Хвостик подтяните, потому что он может ослабиться. Значит, вот так заворачиваем. Вот здесь оставьте небольшой промежуток. Потом загибаем вниз. И вставляем вот сюда. Опа. Вот. Так, подтянули. Свернули.
оставили зазор вот здесь. Загнули внутрь и вставили вот сюда. Вот так. Вот. Конечно, тяжеловато, но можно сделать. И впоследствии вот на них либо прищепки. Может быть, у кого-то есть канцелярские зажимы. Вот так. И так по кругу установить. Вот, в принципе, коробочка готова. Но сейчас я вам покажу, как можно сплести ручки к ней. Ну, мало ли, кто-то захочет корзинкой. Может быть, форма будет другая, будет более вытянутая. Корзинкой можно сделать. И чтобы было поинтереснее, ручки сюда. Чтобы сделать декоративную ручку к корзинке. Почему декоративная? Потому что ручка нагрузку не выдержит, если за ручку брать. Просто для красоты. Вот эти заготовки нужно делать длиной больше, чем 4,5 сантиметра. Потом вы поймете, почему там загибать нужно много. Вот, более 4,5 сантиметров. После того, как вы сделали заготовки необходимого размера, вот, можно их закрепить канцелярскими скрепками. Или можно вот на прищепке. Вот, лучше вот так, наверное, боком. Вот. Теперь сюда еще ставим и сюда. Для чего? Чтобы вот эти уголки были более плотными. Так, вот еще. И пока вы делаете одну партию, другая у вас уже готова. Вот видите, какие хорошие. И теперь собираем ручку точно так же, как мы собирали первый ряд донышка. Напомню. Значит, смотрите, какая сторона куда идет, чтобы у вас было все с одной стороны. Что-то налево, что-то направо. За счет того, что мы увеличили вот эти заготовки, ручка получится более мягкая. Нежели сама корзинка. Так, сюда, сюда и сюда. Вот, видите, здесь расстояние будет. И она не такая жесткая будет. Вот. И так дальше собираем на ту длину, которая вам необходима.
Так, сплела я ручку. Значит, смотрите, вот у меня 7 уголков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А отверстий 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четное количество отверстий. Надо было бы сделать 6 уголков, и тогда было бы 5 отверстий. И в центральное отверстие можно было бы вставить хвост вот так и загнуть. И закрепить чем-нибудь. Так. Но поскольку у меня отверстий четное количество, значит, мне нужно крепиться к центру вот этих уголков. Вот четвертый. И вот сюда я буду к этому блоку крепить вот этот блок. Вот так, чтобы ровно шло. Но нам нужно вот эти хвосты убрать. Убираем на левую сторону. Загибаем по кругу. Так, уголком сворачиваем. Сюда. И вставляем вот сюда. Вот здесь смотрите, чтобы не соскочили. В крайнем случае можно вот так зажать. Вот. Так, загнули. Мы загибаем здесь точно так же, как загибали хвосты в корзинке. Так, теперь опять уголком заворачиваем и вставляем в следующее отверстие. Вот так. Так, сюда теперь загнули, положили и сюда вставляем. Вот так. Вот. Дальше. Чтобы сильно толсто не было, берем канцелярские зажимы, зажимаем, вот, сюда можно маленький или прищепку поставить, вот таким образом. Так, чтобы у вас это дело не разъезжалось, берем канцелярские скрепки. Так, и зажимаем. Вот. Можно взять прищепки обычные. Где-то вот так в центре зажать. И теперь опять плести, убирать хвосты. Так, следите все равно, чтобы у вас не распустилась ваша конструкция. Так, вот один.
загибаем и вставляем. Так. Ну а сюда опять можно поставить прищепку или зажим. Ну вот так и убираем хвосты постепенно. Ну вот закрепилась у меня ручка. Снимаем зажимы. Ну вот, теперь я строительным степлером ручку по центру прикреплю. Можно ручку сделать другим методом. Эти заготовки чуть побольше. Вот, почти 5 сантиметров. Значит, свернула я их, как обычно. И свернула еще пополам. И зажала, чтобы они имели хороший угол. Вот, прищепками зажала. И теперь собираем другую ручку. Так. Вот сюда в отверстие вставляем. Вот три детали сюда ушло. Дальше вставляем с этой стороны. Ну, вот так можно держать. Так, теперь с этой стороны. Вот, теперь сюда. Вот такой зигзаг получается. Тоже ручка. И довольно-таки плотная. И тоже ее на степлер. Так. Теперь, что вам хочу сказать. Значит, вот здесь у нас были куски желтого цвета. Вот я их закрыла. Сейчас я вам покажу, как это делается. Это нужно было делать сразу, как только вы проплели первый круговой ряд. Тогда вам будет удобнее закрывать их. Так, берем кусок. Я из одной трубочки
нарезала 4. Так, вот так. Я на синем покажу. Вот. Так, и еще раз. Так, и теперь, чтобы они легче заходили в плетение, уголочек срежем. Вот сразу на двух срезаем. Вот. Так, сейчас я вам синий покажу. Вот у меня есть синий. Смотрите. Вот сюда вставляем. И оно даже проходит, и трубочка проходит даже в зеленую. Вот, немного туда продвинули. Вот, видите? Теперь загибаем внутрь. И внутри заводим. И внутри заводим под синюю. И, возможно, влезет даже под зеленую. Так, давайте чуть-чуть вытянем. Так. Так, нужно зеленую приподнять. Ну вот. Синюю продвинуть. Вот, закрыли мы зеленый цвет. Вот, чтобы у нас все шло одним цветом. Вот, два ряда синим, два ряда зеленым. Давайте еще раз сделаем. Значит, заводим сюда. Вот, видите, даже под зеленый проходит. Вот, немножко оставили. Теперь внутрь. И заводим под синюю. Ну и теперь последнюю желтую надо закрыть. Вот, заводим под зеленую. Вот, видите? Так, теперь этот хвост на ту сторону. Так, зеленую загнали. Вот здесь до упора. А вот здесь кусок. Значит, что делаем? Вот здесь аккуратно отрезайте. Все, желтый мы все закрыли. Осталось закрыть не только зеленые. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.